Вот что, в чем принцип стоит сезон? Готовься к лучшему, надейся на лучшее, делай, что можешь с тем, что у тебя есть, а там уже ничего. Хорошо же? Славяне так же говорили. Все одно. Я понял. Ты мой хороший. А так же. Что-то без веса и размера, легче ветра и мощнее урагана проникает в тело. Неплохое, нехорошее, похоже, пятнами блестящими пульсирует ненавязчиво. Не будущее, не прошлое, может настоящее, оно настоящее. Поток информации без таймеров и дистанций, заряд от шамана в священном танце. От борцов в глубоком трансе, партии баса под биение сердца. Внутри самого себя магическая дверца. Состояние безвосторженности и депрессии. Равновесие отметает все лишнее наносное, позволяя быть собой. Энергия спокойного прилива по мышцам разливается. Сила! Вот.